буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Что обычно приходит в голову, когда произносишь слово «школа»? Конечно же, это одноклассники, а также это стены школы, которые за 11 лет стали такими же родными, как стены твоей квартиры. Пройдемте внутрь. А здесь у нас актовый зал, посмотрим, что там происходит. Здесь у нас кабинет директора. Почему не участвовали в конкурсе песни? Все 30 классов поют, 11-й Б у меня не поет. Я немножко расстроилась. Хороший класс, работоспособный класс. Ребята, которые... Что интересно, я не могу сказать, что очень сплоченный и дружный коллектив, вот как единое ядро, но все-таки ребята, на которых всегда можно опереться. Хороший класс, и, наверное, мы долго будем вспоминать, потому что у них был замечательнейший учитель начальной школы. Они, правда, сборные ребята, но ядро – это Мария Владимировна. Дорогие мои ребята, я так рада вас видеть. Каждый день и каждый час. Я вспоминаю вас как очень хороший класс. И желаю вам, чтобы вы закончили школу прекрасно, чтобы устроили жизнь, все хорошо у вас было. Потому что я надеюсь на это. Вы были очень хорошим классом. И мне еще ни одного упрека учителя старших классов не сказали, что вы плохие ученики. Спасибо! And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. А чувство, с которым я сейчас говорю, оно вызвано только одним. Чем ближе уход этих детей из школы, тем щемящее чувство разлуки, которое предстоит. Вы знаете, литература – тот предмет, который не сдается, и очень трудно детей заставить. Но что в них замечательного? Они настолько дисциплинированные ученики и подавляют свое внутреннее «я» тогда, когда нужно, и всегда готовятся к уроку. Они прекрасно пишут, они прекрасно читают стихи. Поэтому мне кажется, что когда они уйдут, то школа потеряет вот такой класс, которым можно гордиться. Я рада, что я их знаю. Спасибо! Красавчики! Мария Владимировна, пару слов об 11-м Б. Ну что, 11-й Б – самый лучший класс. Умные дети, веселые дети. Я на них возлагаю большие надежды, что они школу не подведут. Вот и я бы ребятам пожелала не бояться, не ждать только прямых путей. Они будут извилисты, они будут трудные. Но каждый, я думаю, найдет свой путь, и он будет достойным и правильным для каждого из них. Вот и последний порог. Вот и последний порог.
сложную взрослую жизнь, должна отправиться сейчас. И если в жизни вам трудно придется, вернетесь, и время помочь вам найдется. И пусть для вас звонок последний раздается, ваша школа с вами остается. Ну где же ручка? Что ты думаешь про своих одноклассников? Я, конечно же, думаю, что мои одноклассники очень хорошие люди. А вот говорят то, что в жизни нужно попробовать все. А есть какие-то вещи, на которые тебе, ну, просто не хватает смелости? Ну, например, наверное, мне не хватает смелости начать курить. Вот сейчас ты в 11 классе, а кем мечтал стать в начальной школе? В начальной школе я хотел стать министром финансов. У каждого человека есть настоящие друзья. А есть ли у тебя настоящие друзья? Конечно, конечно есть. Человек 5. А что надо говорить? Помнишь, в школе рисовали, это ты был? Да. А когда помнишь, кто-то напился, кто-то вломился в кабинет директора, ты был? Кажется, да. Точно не помню. Вообще, к Нине Михайловне хорошо относишься? Возможно, да. На выпускном будешь пить? Да. У тебя друг есть настоящий? Че, прям говорить, что ли? Вообще, я считаю, что в нашем классе ученики самые хорошие, самые добрые и самые красивые. Нина Михайловна, мы хотим от всей души поблагодарить вас за все, что вы для нас сделали. А сделали вы для нас действительно очень много. Мы хотим сказать вам спасибо за ту поддержку, за ту заботу, которую вы нам оказывали всегда в трудной ситуации. Мы желаем вам счастья, удачи и, конечно же, терпения. Мы любим вас. Ваш 11-й Б-класс. Хорошие ребята, воспитанные, уважительные, очень приятно с ними работать. А это, в общем-то, наше место, здесь обитает только 11-й Б-класс. Как вы видите, сюда больше никто не заходит, кроме нас. Рыба, ну, неплохая, извините. Сюда приходишь, и всегда есть из чего выбрать. Сосиску в тесте я люблю, но и она всегда кончается. Очень вкусная вода, на самом деле, здесь. Вот, реально не вру, как бы, да, очень вкусная вода. Сосисочки. И сосисочки тоже. Ну вообще, больше всего как бы нравится вода. Вот я, конечно, рада нашему знакомству с 11-м Б-классом. Все замечательно. А вот сегодня у нас был конкурс патриотической песни. Я там любимый 11-й Б не увидела, к сожалению. Теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Прощай, школа! Мы с тобой влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок, прощали. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам.
школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Это сила тока прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению. Вода, вода, вода. Ну, все, я все, что можно, уже запорол, да? Здравствуйте, Алла Евгеньевна. Здравствуйте, Ирина Ива. В общем, здравствуйте, Ирина Валентиновна.